7 апреля от тяжелой болезни скончалась Наталья Григорьевна Мизонова, почетный гражданин города Иваново, создатель и руководитель единственной в своем роде кафедры искусства костюма и текстиля. Более 30 лет своей жизни Наталья Григорьевна посвятила работе в Ивановском государственном политехническом университете. Кафедра, возглавляемая Натальей Григорьевной, одна из ведущих в России по профилю текстильного дизайна и индустрии моды. Главная тема творчества – ивановский текстиль и ивановский народный костюм. В течение 12 лет она была организатором и участником экспедиции по сбору материалов, связанного с историей народного быта и текстиля нашего края. Является одним из авторов книги «Костюм Ивановской области». Коллеги и друзья Натальи Мизоновой говорят, ушел из жизни щедро одаренный и по-настоящему преданный искусству человек. Прощание с Натальей Мизоновой состоится 10 апреля с 11 часов в актовом зале Текстильного института по адресу Шереметьевский проспект, дом 21. Когда уходит человек, близкий человек, то утешением является то, что он остается в нашей памяти. Вот в случае такой яркой творческой личности, я думаю, задача для тех, кто остался, неизмеримо сложнее. Они должны не просто помнить о ней, они должны продолжать ее дело, потому что для таких вот творчески одаренных личностей очень важно, чтобы огонь, который они зажгли, продолжал гореть.